Всем привет на канале Припев, с вами Ростислав, он же Растаман. Сейчас я покажу технику накладывания на визитку уйфлака или серебра, или каких-то дополнительных цветов к полнокрасочной визитке. Техника одна и та же. Что нам надо сделать? Нам надо создать слой с нашим дополнительным оформлением к этой визитке. То есть по факту типография будет печатать 5 цветов, сверху накладывать уйфлак либо серебро. Итак, первым делом надо создать слой, не слой, а цвет. Выбираем мажента. Я предпочитаю использовать не пантоны, а смиковские краски. Я ставлю 99% мажента. Переношу в палитру Swatches. Почему 99? Объясняю. Вернее, даже вряд ли я вам могу объяснить полностью. Потому что это было давно. И когда-то RIP на типографии просто не смог сделать оверпринт. И вырезал мне эту визитку как оверпринтом. То есть белым цветом нанесенным. С понтоном такое не случается. Но лучше делать так. Сделали цвет, нажимаем на него два раза, называем его, в данном случае у меня на визитке будет лак. Лак. Выбираем Color Type Spot Color, Color Mode Smic, нажимаем ОК. Теперь у нас есть цвет лак. Дальше. Нам необходимо сделать на наши буквы лак. Выделяем наши буквы. Не знаю, надо или не надо. Наверное, не надо. Хотя было бы прикольно. Ладно, пока мы оставим это позади. Делаем копию, нажимаем Enter в режиме стрелочки. Делаем копии. Мы этот блокируем, выделяем оставшийся элемент. То есть мы помним, что копия у нас вверху. Мы переносим это на передний план. Ctrl Shift, квадратная скобка вправо. И переводим в кривые. Готово. Переводим в кривые. Красим нашим понтоном. Вот что получается. Понтоном. Назначаем через меню Appearance. Ой, извиняюсь, атрибут. Overprint Fill. Посмотреть, что же будет сверху, мы нажимаем Ctrl-Shift-Y. Ctrl-Alt-Shift-Y, извиняюсь. Не знаю, оно на черном фоне. Плохо видно, наверное. Вот наш цвет. Почему здесь нету? А, потому что оно на черном, все понятно. Шифтерик уберем. Теперь наша задача на этом тексте добавить линию. Для уйфлака, наверное, достаточно будет 0,5 закруглимых. Перенесем на наши эти. Наши строк. Атрибуты. Overprint строк. Смотрим. Sorry. Ctrl-H убирает выделение, чтобы нам удобно было смотреть.
То есть оно у нас выделено. Ctrl-H обратно, но выделено. Я думаю, достаточно одного пункта для UI-флага. Если что, в типографии могут добавить. Это у нас есть. Ctrl-Shift-Y уберем. Желательно это все на новый слой. Как это сделать? Выделяем наш цвет. Подобное. Ctrl-X. Новый слой. Поверх нашего. И нажимаем Ctrl-F. Оно возвращается обратно. Теперь мы можем его отключить и работать с остальным. Что у нас еще надо? Что нам еще надо? Нам надо эту девочку обвести контуром и сделать тоже выброшенный его флаг. То есть принцип всем понятен, да? То есть мы берем перо и обрисовываем. Да, и обрисовывать надо с наших краев. С вашего позволения я ускорюсь и начну делать маску. Так, контур мы обрисовали. Делаем такую же операцию здесь. Назначаем print fill stroke. Смотрим. Обратите внимание, то есть я не уверен, что заказчику именно это понравится. То есть я ввел волосы, может он хотел там волосы здесь не закрашивать, или там, я не знаю, вот это тоже убрать, вот это надо уточнить, то есть как-то каким-то чудным образом надо ему скинуть это и объяснить, что вот этот вот малиновый фон, это, так сказать, будет выборочный флаг. Как вы считаете, нужно оно или нет? Переношу на наш слой лак. Обратите внимание, что вот это тоже будет лакироваться. То есть друг на друга будет накладываться при выводе на пленку. Так, это есть. Эту тоже надо бы сделать. Заблокируем, чтобы не мешали. Берем перо. Делаем ту же самую процедуру, но тут нам легче. Я ускоряюсь. Итак, это мы тоже нарисовали. Переносим на наш слой. Ctrl-F. Все. Таким образом мы сделали выборочный флаг на наших элементах.
Мы можем сделать где угодно, что угодно, такой техникой, хоть серебром, хоть что угодно. Например, это мы хотим серебром. Все остальное выборочным флагом. В данном случае я нажимаю Ctrl-X, создаю новый слой, переношу туда, создаю новый цвет, например, циан 99, да, переношу это все в Swatches, нажимаю, называю Silver, называю Spot Color, выбираю, говорю ОК, раз, два, Ctrl-Shift-Y, это у нас цианом, у нас серебро, мажента у нас выборочный UV флаг. Ну, вроде все. Если есть вопросы, задавайте. С удовольствием отвечу. Подписывайтесь на канал. С уважением, Ростислав. Пока.